подустали, не буду этого отрицать. Мы вчера приехали только в Казань, где-то к обеду, поспали. Вот сегодня у нас было полдня отдохнуть, тоже восстановить силы. Вот сейчас готовимся к игре. Ну, всегда будем выдавать свой максимум в любом раскладе, как бы мы не устали. Все-таки играем дома, домашняя площадка. Вот, придут люди поболеть, хотим показать достойную, красивую игру, и, конечно же, идем за победой. Вот, но уже не важно, какое состояние физическое, главное, чтобы эмоционально мы все были готовы. Бывает такое, что ведешь 2-0, и ты не то чтобы расслабляешься, но как-то, я даже не могу назвать это расслаблением. Наверное, просто как-то уже веришь в то, что победа близко, наверное, и... Нет, ты не перестаешь работать, просто, наверное, вера, я так скажу. И в этот момент, наоборот, нужно еще больше напрячься, и как и самому, так и вместе команды. И то, что я уже говорила, минимизировать ошибки, и также сыграть чисто очень. И вот это, я думаю, очень такой большой аспект, причина, почему хорошо получается третья партия и почему не получается. Каждый сам, мы вместе с командой должны понимать, осознавать то, что ну, важность игры и подготовиться к этому головой, так сказать, прийти к этому. По поводу именно эмоциональной составляющей, то есть это тоже такое небольшое давление, потому что очень важная игра, мы прошлую сыграли 3-2, вот, если еще нам надо выигрывать или 3-1, или 3-0, и если же так не случится, то нам нужно будет, короче, золотой сет. Вот, поэтому давление будет на нас тоже непростое, и Ленинградка тоже непростой соперник. Всегда могут показать очень интересную разнообразную игру в комбинациях, поэтому будем готовиться тщательно как и психологически, так и физически. Ну, Заря очень хороший игрок, и ее вклад в, наверное, в любой команде, как и здесь был, так и там, ну, очень большой, поэтому мы тоже к ней готовились, разбирали ее, и поэтому, ну, надеюсь, были готовы к тому, что она преподнесла в игре. Это вот сегодня тренировка, будем какие-то ошибки исправлять, менять какие-то позиции и улучшать свою игру, чтобы завтра нам было менее проблематично все эти моменты, которые мы сделали на прошлых играх.